Итак, покажу я сегодня мушку. Синежопый муравей. Что нам для этого понадобится? Коричневая шерсть вот такая вот. Потом вишневая вот такая вот шерсть. Монтажка черная. Люрикс от Хэнс 00 А6 08 и Fire Ranch монтажка. Крючок скат номер 14. Закрепили монтажечку. Лишнее обрезали. Закрепляем нашу жопу. Мушка очень уловистая. Второй год она у меня отработала. Июнь-июль работает. Вообще имитация не муравья была, а осы. Есть типа осы такая муха. Когда я ее первый раз увидел, я просто обалдел. Такая вот она красивая, как оса. Закрепили, обрезали. Люрикс. Или монтажку в сторону, делаем промотку, как граница между ториксом и хвостиком. Закрепили. Обрезали. Мушка простая. Ну, ловит. Торикс наш. Закрепили. Монтажка больше не нужна. Можно полуузел. Я узловязом обычно это все делаю. Формируем торикс. Торикс должен быть чуть толще, чем задняя часть. Сформировали головочку. Головка Fire Ranch. И перо. Перо я предварительно оборвал одну часть. И вот та часть, где бородок нету, прикладываем к крючку.
один оборотик, закрепили. Контрольный узел. Сильно большую головочку делать не надо. Ну, то, что торчат перышки вверх, я вот такими чипчиками подравниваю. Раз, лакируем. Лака не жалеем. Можно покрыть потом еще на раз, чтобы головка блестела. Ну вот, мушка и готова. Быстро и красиво.